Ситуация на Ленинском рынке – это экономический конфликт, затронувший предпринимателей разных национальностей. Такую оценку дают чиновники, полицейские и бизнесмены. Одной из самых резонансных последних тем. Напомним, серьезный конфликт на Ленинском рынке разгорелся между местными предпринимателями и предпринимателями из стран из ближнего зарубежья из-за торговых мест. Некоторые продавцы утверждают, что их из-за высокой арендной платы вынудили уйти на уличный рынок, а теплые места отдали мигрантам. Но, как показали результаты проверок полицейских, почти все торговцы на этой точке – жители Омска. Просроченная регистрация на данный момент выявлена только у двоих, еще двух человек проверяют. Массового нахождения нелегалов без соответствующих документов, без регистрации, с просроченными документами мы не выявили. Ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье.